сегодня мы с Белым и с дедушкой ездили в лес его прогуливать. Он бегал, бегал и нашел себе мусор и завалялся в нем, теперь воняет. И вокруг него мухи летают. И вот его моешь шлангом в огороде, мылом обычно. Он скулит. Вот я сейчас прошу бабушку, чтобы мне она помогла. Где он воняет-то? Ну это, ну сейчас... Поливай, поливай его, поливай. Я потом костюм сменю, потому что у меня весь сырой. Белый, как хорошо у тебя тут. Он закручен и никуда не девается. Зачем ты навонялся? Сырой. А ему, может, какую щетку? Давай. Вон там щетка на этом лежит. А может, расческа, которая вот такая же, только черная? Какая черная? Ну, вот такая чесалка пластмассовая. Синяя-то? Нет, черная. Черная, синяя. А ты его намыливала? Огрызки у него от всякой этой. Я его намылила уже два раза, это второй раз. Белый, что ты натворил? У него сзади похоже там. У него мухи летали, он вонял на всю машину. Ну, сейчас вот отряхнется, да и все. Великоведа. Белый, зачем ты это сделал? Зачем ты собираешь помойки на свою шкуру красивую? Белый. Он ему стыдно сейчас. Вот у него уже огрызки тут разные. Да никак я не пойму, в чем он завалялся-то. В мусорке, там так, там лежало такое, это, такое ведро, и там какой-то, прям это, какая-то бяка лежала. Ага, с мухами. Да, с мухами, но потом... Извалялся, дедушка видит, что он валяется, кричит ему, а он не отзывается, он валяется, валяется. Потом пришел с мухами и воняет. И в машине валяет. Мы его стали по росе, чтобы он за палку кидали, и по росе, чтобы он побегал. А он все равно вонял. Ой. Я потом костюм сменяю, если что. Ну, вроде все, вон оно так. Нет, не все, мне кажется, что он сейчас будет вонять. Это на мыло просто пахнет. Вот нет, ничем уже не пахнет. У него огрызки вот это. У него шерсть глубокая. Белый, что ты натворил? А белый, зачем ты это натворил? Зачем извалялся? Зато довольный побегал. Вот и пусти его в лес. В каждом лесу помойки, свалки. И он там валяет шкуру свою. Если лечит. Если какашку какую-то найдет корову или человечек, он валяет все равно. Ой, ты кроссовки-то, наверное, все вымочил, да? А я другие. Ну вот под пузом, вот это да. А что у него там под пузом? Мне кажется, что он там мухи вон летает. Ну ничего, тут ты его намылила? Два раза. Ну вот. Получается тебя мыть-то. Ну, просто мне кажется, что ты это вымываешь, а я-то не знаю. Да, я его, кстати, ни разу не мыла. Ты? В тот раз детка мыла прям без мыла в речке. Ну, все равно, он был, это весь оранжевый, он в какашке там. А потом... Вот огрызки от мусора. А потом он облизался весь. Ну, огрызки от мусора. Да он вот все стряхнет. Не стряхнет. Белый, ты что натворил? Муха вон сидит. Вон сколько. Надо было тебе сапоги одеть. Ну ладно, мой дальше. Всем пока.